Сейчас мы выключим, чтоб не забанили. И вот такой рассказ на сегодня. Карбюратор Микуни. Стоял он на Красном Драконе. Для тех, кто не в теме, это ПС переделанный под кросс. Ну, людям он не понравился почему-то. Начали они его дербанить. Даже согнули иглу. Ладно, иглу мы выпрямим. Но все же было гуд вообще. Всего лишь надо было посмотреть, что поплавок один заевший был. Вот я его разработал, теперь и карбюратор будет работать. Вот с таким диффузором. Ну, тут они уже покоцали отвертками. В общем, все как всегда. Откуда ж они прилетели, как говорил следак из фильма, изображая жертву. Вот там все про это сказано. Вот такой жуклерчик. Размерность на нем не написана. Дупло большое. Чистить его можно вот такой косточкой от таранки. Сама то не раздерешь, не поцарапаешь. Сейчас все перемоем, все выпрямим и соберем. И будет у нас карбик Мик, он же Микуни, Мади Джапан. Хорошая вещь. Купила его за 100 рублей. Иначе бы он сгинул в мотодворе, унесенный ветром. Вот такая история.